Всем привет, ребята. Ну что, сегодня наконец-то я уже докачал Огнекрыла на китайке, поставил ему порочный пакт 8-8 талантик плюс 150% урона, 20% увеличение урона входящего. Почему именно Огнекрыл? Потому что у него ограничение урона идет 10 тысяч, когда он находится в форме, поэтому он, как и Фрея, один из первых на этот талантик. Ну что, поехали, сейчас посмотрим в рейдах. Самое главное, чтобы он сейчас включился. Ну, там даже Фрей есть вражеская, но пока не включается. Вот, начал бить. Ну, как видите, тут просто нереально выстоит. Сейчас найдем кого-то получше, чтобы посмотреть именно сколько урона наносит. Конечно, когда он не в форме, он очень быстро сливается. Вот смотрите, что он делает. Просто нереально. Как и Фрея, просто нереально против него выстоять. Какой бы вы деф ни делали, что бы вы ни делали, даже Фрея ничего сделать не может. Он просто убивает всех. Урон настолько большой, смотрите на забор. Забор просто сразу пропадает. Это причем 11, это не максимальная прокачка еще на сегодня. Постараюсь ему 12 докачать на Китае. Завтра буду его тестировать уже на атаке фортов. Давайте побежим под земочку. Как обычно, 8-10. Жестокая. Посмотрим на урон. Сейчас поймете, почему он так быстро проседает. В принципе, если соблать на уклонение, там поставить руны утекания. Но тут собран чисто на дамаг. Смотрите сейчас внимательно на героев и на драконов. Что с ними будет. Это просто жесть. Ну, конечно, как видите, вот он. Не успели, он просел. Даже он их не добил. То есть ему в таком случае, конечно, ворожай в пачке нужен будет. Потому что только с него спадает форма, он сразу же будет сливаться. Вот опять вторые эволюции там. Смотрите, просто базы нет. Все. Осталась только одна Фрея, у которой тоже ограничение. И то она ничего не сделает. Сделать просто не сможет. Просто парализует ее и все. Вот такая вот очередная имбалансная фигня, я бы так сказал. Единственное, что Фрей Огнекрыл может еще стоять против него. Все. Больше никакой герой просто тупо не выстоит. С его параметрами 150%. Вот сейчас он начнет дамажить. Может, череп не в форме снесет. Ну, ударил или нет? Вот смотрите, они там пытаются его что-то ударить. Просто нереально. Оп, восстановился, все. Давайте сейчас на топах потестируем. На топах там, конечно, из-за титула будет разница очень большая. Но очень интересно побегать именно на топов. Так, что тут у него есть? Фрея есть, Анубис. Вот давайте сейчас через Анубиса попробуем. Если что, возьму сейчас сюда еще ворожая. Ну, конечно, ворожая сейчас Фрея включит, а с одной стороны это хорошо. Вот он слился. Реснулся. Смотрим на дамаг. Не, надо все-таки мне тут силу качать. Без титула в рейде вообще бесполезно тестировать. Так, давайте еще раз на подземочку. Уже сворожаем. Так, 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 ворожай. Тут
То есть по дамагу, когда он в форме и начинает выпускать свои вот эти вот огненные шары, раз 0,4 секунды, это все. Да никакой герой, смотрите, на какой урон, сколько залпа ведет. 2, 3, 3 миллиона, 4 миллиона бывает. Это просто жесть. Все, он полностью зачистил весь центр, ему, конечно, нужен немножко подхил. Потому что жизни у него не хватает, плюс 20% увеличения урона. Вот это вот единственный самый большой минус будет. Он будет чуть-чуть быстрее сливаться, чем с грубой силой. Так, давайте сейчас пойдем в PvP-локации. Поставим сейчас ему римочку, отруем. Вот с Минотавра с ним. Даже Фрея, честно говоря, отдыхает просто по сравнению с ним, а еще и с таким талантом. Так, идем. Забытая битва. Так, вон он у меня в этой пачке. Изменить. Ставим только его одного. Так, обновляем. Я надеюсь, сейчас какого-то топа найдем, встретим. Вот смотрите, он просто ударил, даже не бил своим вторым скиллом, там, с увеличением. Просто с этого скилла их просто снес. Это просто жесть. Так, ну давай, может, ты хоть сможешь что-то сделать. Вот поэтому, ну, не, тут без вариантов просто. Сейчас попытаемся, может, хоть какого-то топа найти, потому что много пропустил. Надо сразу после 7 проходить китайку фармить. Ну, может, вот этот хотя бы с Некросом. Вторые эволюции будут. Тоже не вариант. Просто как детей. Да, у него сразу при входе в бой автоматом срабатывает ограничение урона, и он там 6 или 8 секунд просто неуязвим получается. По 10 тысяч максимум урона по нему приходит. Он кидает свою зональную атаку, и в принципе все герои в забытой просто тупо попадают. Нету тут топов, к сожалению, сегодня. Вот череп есть. Ну, давайте, убейте его. Да, конечно. Но это нереально просто. Да, вот такая вот очередная, наверное, самый имбовый герой на сегодня со всего, что у нас есть. Еще с таким талантом, ну это просто жесть. Я надеюсь, завтра мы его в полной мере протестируем на атаке фортове, на битве гильдии. Я сегодня его протестирую. Ну это просто смешно. Единственное, это Фрая может его еще там задержать, либо Огнекрыл такой же. Все. Остальные все просто пофиг. Особенно если у него ремка, он сразу включается. Все, это просто жопа полная. Так. Поехали. Куда поехали? Идем на арене, затестим. У меня там, по-моему, откатиться должно было уже. Так, создать команду. Так, вот это вот, я его, по-моему, не смог пройти. Сейчас попробуем. Так. Конечно, это
Ну, не потит. Ай-яй-яй-яй. Не туда немножко я фрай выпустил. Ну, смотрим. Смотрите на уроны вазональные. Что он делает просто с героями? Просто тупо ушатал. Конечно, слился. Вот видите, тоже минус. Сходит и в этот. Все, он сразу сливается. Ну, давайте этого тупо посмотрим. Вот сейчас интересно будет. Вот смотрите, зональная атака у него работает сейчас. Там тоже огнекрыл есть. Ну, просто, блин, просто жесть. Насколько мощный у него урон. Причем человек титулом. Сейчас посмотрим, сколько у него силы. Ну, где там он? Ну, 300, свыше 340 тысяч, мы его просто, бля, поимели. Так, давайте вот здесь протестируем еще. Ой, сейчас надо выйти. Создать. Попробуем его здесь затестить. И пойдем еще в лабиринте тестанем. Ну, в общем, такая вот сборка для него, она покруче, чем грубая сила. Чем бастион, например. Но бастион своим хорошим дает еще и жизнь. Но если, допустим, на огнекрыло, я бы сейчас даже не бастион советовал ставить, а священный огонь. Вот, отлично. Так, надеюсь, этот мой товарищ не выпустит. Не, все-таки выпустил. Жалко. Чтобы мы сами протестировали. Может, сейчас сольется. У него там какие-то герои такие не очень. Нужно, чтобы он зарядился и включился сразу же. К сожалению, тут мы ничего не увидим. Сейчас поищем, может кто-то посильнее попадется нам. Думаю, будет интересно пачку с порочным пактом потестировать на атаке фортов, даже на той же самой битве гильдий, чтобы они на максималке. Вот, отлично. Какой-то чунь. Ну, пусть выпускает первым, мы подождем. Мы постараемся посливаться. Ну, выпускай. Не, не сольется. Или сольется. О, отлично. Вроде сливается на красы, сейчас должны его. А может и нет. Так, Афину надо, чтобы слили. Вот он вышел, сейчас подождем, может все-таки сможем затестировать. Увеличили время, сделали 5 минут. Так, вот, отлично. Он как раз удачно зашел на некросов. Правда, они что-то какие-то вяленькие. Ладно. Кинем своего бига. Вот, отлично. Будем понемножку сливать. Ну, что-то моего бигфута не могут убить. Вот, убили, отлично. Так, теперь пусть Купидона сольют. Так, вот все, есть огнекрыл. Давайте его где-то отсюда запустим. Надеюсь, он выживет. Вот смотрите, 191 тысяча сразу же прилетело. Бешеный просто зональный урон. Вот, а теперь смотрите сюда. Как с ним воевать? Вот сейчас будет дальше интересно как раз. Я просто не могу увеличить так, потому что сейчас повыпускаю еще других героев. Будем так смотреть.
Вот он подлетел. Вот опять по зоне ударил, все, пачки героя просто нет. Кто там его так долбит? Эй! Смотрите на урон. 250 тысяч без крита сразу с каждой плюшки прилетает. Сейчас бедная медуза получит хороший залп. Просто жесть. Вот единственный шанс его убить, это когда он будет в этом. Вот, вот его наконец-то слили. Сейчас попробуем деревом резнем. Он сразу же должен зональную дать, да. В остальные моменты это просто нереально. Ну еще как вариант энергию снимать, вот как стрелки это делают. Так, смотрим тут. Давай бей по зоне. Вот опять ударил. Тридцать пять тысяч ограничений стоит. Ничего себе. Так, кто у нас тут выжил? В общем, не знаю. Это, конечно, просто жесть. Я посмотрю, что завтра, конечно, будет на атаке фортов. Но его в любом случае надо ставить ремочного в первую же линию. Так как ему пофиг, он автопроком сразу будет бить. Так, где там он? Куда он делся? Че, его слили? Че за бред? Это жесть просто. А, он же там слился, мы его резнули. Все правильно. Все. Вот жалко, что он до этого этапа не дошел сейчас. Было бы интересно здесь, смотрите, сколько некросов потестировать. Но ничего не сделаешь. Так, ладно. Забираем плюшки. Идем дальше, посмотрим сейчас еще его на других локациях. Вот, например, давайте зайдем в лабиринт. Так, этого я гоблина убить не мог. Ну, это обычная пачка. Так, изменить. Вот пробуем его одного на 35 уровне. Вот сразу ударил, и смотрите дальше, что делается. Ну, просто нереально. Вот слился, вот причем сейчас слился он на хранителе отражалку. Давайте еще разок протестим. Ну вот сейчас хранителя слил. Да, вот вообще без вариантов. То есть он будет по-любому об отражалку убиваться, как и любой с увеличенной атакой. Но вот по поводу урона это просто нереально его отбить. Вот смотрите, что он там. Фрейя, череп был. Просто до свидания. И это при том, что это не первые этажи. Вот интересная пачка. Тоже донатная. Сейчас проверим. Жесть, короче. Он там половину уже снес. Тут, конечно, его сейчас ушатают. Потому что в форме он не сможет столько быть. Сейчас мы поставим свою пачку. Сейчас посмотрим пачка на пачку, что будет. Ну, тут, конечно, уже все. Тут без вариантов. То есть вот так вот, вот такая вот сборка. Ну, не знаю, это очень, очень жесткая сборка получилась. Ему еще можно поставить
на 25 урона, тут 20 стоит всего лишь. Ставить на 25 еще будет лучше. Плюс будет еще отражаться 15%, то есть он урона будет получать меньше. Это для него будет даже лучше, потому что его массово, в принципе, бить будут. Этот передача, он как бы, ну, немножко не то. Ну, пока на первое время я поставил, я особо пока не заморачиваюсь, пока всех героев не агментирую, там большинство, чтобы пооткрывать уже нормально, попрокачивать их. Ну а так, что я могу вам сказать? Вы, в принципе, сами все видели, это просто нереальная фигня. Здесь еще надо Фрейя будет сделать с таким же талантиком, и, в принципе, тогда вообще будет все локации. Они и так, в принципе, уже запросто проходятся, Минотавр есть там и прочее, но вот именно это просто жесть полная. Вводить такой дисбаланс в игру, ну, один герой, который просто тупо шатает. Вот есть пачка, смотрите. Они просто тупо, ну, все, до свидания. Осталась одна тень. И герои топовые. Вот смотрите, вот просто, просто одна ремка стоит, он сразу включается, и урон по зоне. Это просто какой-то бред. Вот опять, сейчас проверим. Вот посмотрите на это, ну это просто, ну что тут сказать, какой нахрен некрас, какие нафиг там топовые прокачки, просто зашел и ушатал. Вот так вот, ребят, в принципе, я вам все показал, уже завтра будет атака фартов, и уже там потестируем в полной мере и битва гильдии. Все, пишите комменты, обязательно лайки, подписывайтесь, репостики, всем пока.